Мур, привет, друг, это Зверько, и я расскажу тебе три секрета Линга до его выхода. Не хочу перегружать гайд этими подробностями. Первое. Криты. Даже с одиночным развитием первого навыка, Линг начинает с шансом крита 25% без предметов соответственно. На 15 уровне будет 37%. Но не все так шоколадно, как хотелось бы. У других персонажей крит – это увеличение урона в 100%, а у Линга только 60%. Так, без предметов он выбивает 153 без крита и 244 урона критом. Хорошо. Опытные игроки и зрители помнят, что у некоторых персонажей с врожденным критом этот урон меньше, чем крит от предметов. Например, крит урон пассивки Лесли, когда не срабатывает сторонний крит, он добавляет 30% к урону. Крит Натальи в спину добавляет 15% урона. Но если купить на Наталью и Лесли криты, то бонусы будут складываться. Закупаем криты на Линга и смотрим. Критический урон остается прежний. Значит, предметы просто повышают шанс крита, но не увеличивают урон. Теперь давай проверим, срабатывает ли пассивка усиления крита от ярости Берсерка. Да, срабатывает, урон добавляет, но криты имеют бонус 60% плюс пассивка ярость Берсерка. Будем ли мы отказываться от критов? Конечно нет. Они даны нам от природы, то есть от разработчиков. Второе. Восстановление энергии. Что действует на скорость восстановления этой энергии? Если стоять на земле, полностью энергия восстановится за 30 секунд. Если стоять на стене, то за 12-13 секунд, и неважно какой у тебя уровень, первый или 15-й, если у тебя баф и предметы на перезарядку навыков, всегда один тайминг. Такая маленькая хитрость. Разработчики с помощью размера пула этой энергии, либо скорости ее восстановления, смогут регулировать силу Линга. Третье. Линг, стоя на стене, пропадает с карты, но его силуэт виден. Но есть места, где он может сунуть нос в кусты и станет незаметен даже стоя на стене. Я покажу тебе эти места кадрами и отмечу на карте. Единственный вариант его засечь – это кинуть урон по области, либо забежать в кусты. Если собираешься играть Лингом, хорошо бы выучить эти места и прятаться в случае приближения опасности. Ну а на этом все. Пиши в комментариях, ждешь ли ты Линга 2 ноября. Я жму лапку каждому, кто подписался на канал. Удачи, друг!